К другим темам. Организационный комитет по подготовке и проведению 6-х международных игр «Дети Азии» подвел итоги главного спортивного события 4-летия в республике. Отмечено, что проведена масштабная работа по организации соревнований, проживания и питания участников и гостей, благоустройству и оформлению улиц, созданию волонтерского движения и многого другого. Напомню, на играх приняли участие свыше 3000 юных спортсменов из 35 стран мира и 8 команд из регионов России. В 22 видах спорта разыграли 321 комплект медалей. Председатель оргкомитета, премьер-министр Галина Данчикова поблагодарила всех, кто причастен к организации и проведению игр «Дети Азии» в Якутске. Сегодня от имени руководства республики Егора Фанасьевича Борисова, главы республики, от имени председателя оргкомитета, от имени себя я хочу всех коллег поблагодарить за такую хорошую, слаженную подготовку и проведение 6-х международных игр «Дети Азии». Я думаю, все мы признаем, что проведение такого масштабного мероприятия с участием детей, юношей, это непростая непростое такое мероприятие, и провести его вот таким образом, на таком уровне, задача, конечно, достаточно серьезная. На вас возлагалась очень большая ответственность. Я хочу поблагодарить всех.